have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы продолжаем Бихолдера. Пойдем сейчас, наверное, избавляться от нашей последней коллеги. Ну, как минимум, продадим ей третью дозу. Ну, что пропадать товару-то, если она и так уже наркоманка. Ее детей мы пристроили, теперь мы не будем переживать за то, что они останутся сиротой. Насчет камеры у меня появились некие соображения. Я, блин, она у Магды, что тебя, я забыл ее вытащить. Ладно, мы сейчас найдем бумаги, мы сейчас найдем вообще все, что нам нужно, все будет хорошо, все будет нормально. Ну, в смысле бумаги, чтобы отвлечь Магду, найдем второй пузырик, третий, который, все будет пучком. Вроде как в траву я ничего не сказал, оно где-то там в тележках должно быть, если я правильно помню. Сегодня нужно свершить много дел всяких. А вот мой брат занимается карьерами. Министерство социальной заботы? Нет, он их роет, он экскаваторщик. Карьерист, чертов. Тут у нас, по-моему, просто иностранные деньги лежат. Что ты имеешь в виду? Завершить. Да, у нас, короче, какие-то перцы появились, которые очень любит поговорить про погоду. Посмотрим, как это все отразится. Мне нужно, блин, сейчас копаться во всех этих ящиках. Ну ладно. Во-первых, пузырек заберу. Во-вторых, бумаги нужны. То, что курьер может достать разные интересные вещи, и он является... Блин, а прикиньте, бумаг не будет сейчас, ёлки-палки. Мне камеру как-то надо достать. Они, я так понимаю, рандомно разбросаны. Фух, есть бумаги, хорошо. Так, держи, иди сюда. Что нужно? Подать за 1000. Сколько? Совсем сошел? За кто за такие деньги будет покупать? Спрос рождает предложение. Как берешь? А что делать без них? Как это? Кто? Ну, круглые такие, несет красной такой штукой на голове. Курица? То точно, курица. В смысле, как курица. Без рук, так и без этих таблеток. Держи деньги. О! Во-первых, полностью завершили квест с распространением. Во-вторых, стрясли с нее еще 1500. В-третьих, она сейчас уедет. Сами знаете куда. Я пойду сначала, наверное, подготовлю камеру. Да-да-да, в очередь. Очередь, такие-то дети. Так, ты, пожалуйста. Вот, вали отсюда. Вали-ка ты отсюда. Дай мне мою камеру, тварь. Теперь, у нас тут на двери есть опция постучать или подождать. Что если мы просто подождем? Может, он свалит куда-то? Просто вот ее сейчас мы отправили. Можно к нему зайти без стука. Да, начальник свалил. Там можно покопаться. Так, во-первых, камеру. Я не могу покопаться у них. Я не могу у него покопаться в столе. Очень жаль. Ладно, все равно это скоро будет мой офис. Итак. Все идет довольно неплохо. Поговорить с Фергюсоном. И Хазард заложить. Пир на весь мир. Поговорить с Фергюсоном. На повышение... Получить повышение. Сколько оно? 15 тысяч стоило? Шпионские игры. По-моему, 15-ку стоило повышение. Ладненько.
Значит, сохранить. Вот сюда. Продаем блондинку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О коллегах. Донести. Я чувствую нарушителя. Назовите нарушение. Эмма Хазер, наркоманка. Эмма Хазер, ведет себя непатриотично и нарушает директивы государства. Ваш рапорт принят. Спасибо за бдительность. Какая же я свинья. Я мог ее еще деньгами убить. Деньги убивают, вы об этом знали, да? Дорогие друзья! Вы знаете, что наше государство дало гражданам множество свобод. Мы можем делать все, что не запрещено. При этом то, что разрешено, можно в любой момент абсолютно свободно запретить. Это великое завоевание нашего строя. Это то, что оно... То, на чем держится наша уверенность в завтрашнем дне. Распоряжайтесь своей свободой правильно, друзья мои. Слава нашему великому государству, мира и процветания нашей общей великой родине. Счастья вам, здоровья и благополучия. Ура, товарищи! Как на этот раз? А, расстрел. Блин, это уже было. А как же поедание крысами и всякое такое? Минус блондинка. Жаль. Ты могла стать частью того самого эскорта. Так, мне зачислили 101 квест. Избавиться от всех. Ха-ха. Пойдем подставлять Фергюсона, значит. Ну, то есть... А почему нет? А почему, собственно... А, блин, а деньги-то они где? Погодите, лифт где у нас находится? Прикиньте, я такой купил эти иностранные деньги... лифт у нас там дальше. Ладно. Я надеюсь, у нас останется проход сюда, хоть какой-то, хоть минимальный. Я понимаю, что если нас повысить, нам придется ездить наверх. Кстати, я такую губу закатил, да, повысят. Сейчас нас самих где-нибудь еще за задницу прихватят. Но это будет уже другое дело. Поехали к Фергюсону. Насчет... Блин, это получается, я его место займу, или... Как бы мне тогда не скипнуть задание с портом? Ладно, надеюсь, что нам хватит времени. Да иди ты в задницу. Отрапортуем ему сейчас, что все готово. Так, ну что, дружище? Камера-то у нас установлена? Ну, вроде да. Готов. Обсудить. Вообще, я знаю, что товарищ Фернис сделал, что я приказал. Да-да-да, не тяни. А, да. Так точно, я нашел двух красавиц, так и доверились. Они жаждут с вами познакомиться. Еще бы, возможно, это будет их звездный час. Я когда с этой доброй... Все готово для вечеринки, время зажигает. Так ты, Редгрейв, готов зажигать? Да! Взорвем танцпол. Всегда готов. Меня еще и позовут на эту вечеринку. Ох ты ж, елки-палки. Это вам держу пари, ты ожидал видеть низкобюджетный вариант шахтерской попойки, а?
успеет Фергюсон не мелочиться, запомни это, я немного времени трачу на подготовку, например, в этот раз я очень долго думал, какую тему выбрать для гулянки. И какие были ваши варианты? Сначала возникла мысль сделать что-то про кладбище, но вовремя опомнился. Лопаты, трупы, горящие черепа и ослед. Конечно, смешно, но для вечеринки нам нужно что-то поживее, понимаешь, о чем я? Потом пришла идея ударного клуба. Только представь, драки, кровь, зубы на полу. Женщины визжат от восторга, они выпрыгивают из одежды. Звучит интересно, почему же отказались? Выяснилось, что у нас драться никто не умеет. Полицейские умеют только избивать, а гражданским только лежать и скулить. Это зрелище мы и так наблюдаем ежедневно по дороге на работу, верно? Так что сегодня у нас просто party hard. Море алкоголя, наркотиков и виагры. В напитках дадут и все знать, у кого-то точно зарыт башню. Вот тут и посмеемся. Как тебе идея, нравится? Ну да, конечно, босса надо поддерживать, пока он босс. Там на заднем фоне, я думаю, вы видите, что происходит. Я в восторге, очень круто. Еще бы, погоди, мы еще добавим сюда беспредела. Что стоишь столбом, Редгрейв? Посмотрись вокруг, пообщайся с людьми, убеди их сделать что-нибудь сумасшедшее. Я хочу, чтобы градус веселья увеличился, понимаешь? Ну, что конкретно вы хотите? В прошлом году три пьяных стриптизерши утонули в ванне полной красной икры, правда? Тогда же кто-то и перепутал главный сейф с биотуалетом, пришлось заказывать новый. А годом ранее мы накачали гелием карлика и с большой рогатки стреляли по ним замороженные курицы. Накормили народ, так сказать. Главное, не повторяй наших ошибок, не проведи на вечеринку козла. Тупое животное не делает разницы между начальственным учебником. Попадает всех одинаково. В общем, Эван, я жду, что ты вдохнешь жизнь в эту вечеринку. Давай зажжем, можешь понимать меня буквально. Буквально. Но я вижу, что девочек сюда пригласили не зря. Да и в принципе люди... Я не думаю, что он сейчас состоит поговорить. Красивый господин, не мог бы ты перевернуть меня и моего коллегу? А то нам так плохо. Чего вы так напились? Я предупреждали, что тут нельзя пить ничего, потому что везде обман. Теперь что у меня болит везде? Вдруг эксцентов не проходит. Я захлебнусь до смерти и потеряю свое достоинство. А про какое достоинство ты говоришь? Тебя кто-то нарисовал половой орган на лице. Это я сам заранее, чтобы ничего похожего никто не нарисовал. Помоги! Ну, помочь. Я не знаю, кто вы. Возможно, это начальники с верхнего этажа. Кто его знает, кто это? Хорошо, я переверну вас с коллегой, иначе вы, правда, захлебнетесь. Ты настоящий спаситель. Спасибо! Ох ты ж. Макаронина пьяная такая. Так, он сейчас... Такой полицейский стоит, зажигает. Какой бред. Больше ни с кем... Ну, в принципе, я бы на их месте тоже ни с кем бы больше не разговаривал. Это сейчас одна локация все, да? Ты знаешь, что делать с этими таблетками? Что за таблетки? Эдж Фергюсон выдал нам красные и синие таблетки, сказал выбирайте между мучительной правдой и реальностью, между иллюзией. Ну, короче, да, это отсылка на матрицу. Как ты умудрился запомнить это? Просто я до этого принял еще какие-то такие... Так какие нам выпить? Мне очень не хочется, чтобы товарищ Фергюсон заметил нас. Кто знает... Может, нас повысит после этого. Красную бери! Вам пора вернуться в реальность, ребят. Ничего хорошего никого здесь не ждет. А ведь он прав. Мы уже который год приходим на эти вечеринки, никаких повышений. Одни унижения. И то верно. Пойдем к этому, а то ведь и тут и умереть долго, недолго от бесконечных танцев.
Я их от сейфа отодвину. А сейф все равно недоступен. Чё-то я прям помогаю сегодня всем. Эй, старик, дай прикурить, а? Я тут сигарету шефа из стола стащил. Всегда мечтал попробовать. Почему? Вы все мокрые. И пахнет от вас. Товарищ Фергюсон, строит конкурс, кто сможет заняться сексом в бочке с виски. Ну, мы вот победили. Ой, как-то... Не так круто, как звучит. В основном все щиплет везде до сих пор. Ну, ты понимаешь. Но главное, мы справились. Теперь нас точно ждет повышение. Хватит расспросов. Не знаю, как тебя. Мне после секса везде всегда хочется курить. Знаешь, мне огня или нет? Если я ему сейчас прикурю сигаретку, они сгорят к черту. Он же такой говорит, давай зажжем тут все. На, держи. Я на это хочу посмотреть. Сейчас тут, по-моему, будет. Интересно, я еще рисунок поразумел, когда говорил, давай зажжем. По-моему, да, напрямую. О, ну что, Пит. Поговори с тем, кто еще в состоянии говорить, Редгер. Я хочу безудержное веселье сумасшедшего смеха. Эй, Ред Грейв, хочешь сказать тост? Тебя все услышат, вот микрофон, только это не бесплатно, сам понимаешь. Зато тебя точно услышит товарищ Фергюсон. Это все на камеру снимаю, так что за мудрого вождя. Выпьем за того, благодаря кому, несмотря ни на что, за того, кто неустанно следит за нами везде, всегда, кто дарит нам чувство безопасности и причастности к великому делу, за нашего лидера, мудрого вождя. Ты зануда, блин, говорит официальную речь на неофициальной части мероприятия, это так тупо. С кем я могу тут еще поговорить? Да, он сейчас недоступен. Получается все? Нет. А с кем еще можно поговорить-то? Ну, этот чел сейчас недоступен. Тогда все. Еще состояние говорить, я хочу безудержное веселье. Но дружище, тут не с кем больше говорить. А! Фу ты! Серьезно! О, и ты, да-да, ты, Маля, принеси, дай мне даме попить, я тут без передышки танцую, а никто даже стакана воды не подаст, помоги мне, так сильно нужна вода. На. Это что, водка? У меня уже столько разных таблеток, что алкоголь меня добьет. Ты убил меня, сволочь! Горит тебе за это воду хуже всего, что я умираю под эту попсу! Где рок-н-ролл, черт вас дери! Она реально там просто свернулась. Офигеть! То есть я, по идее, мог всех убить или всех спасти? Чтобы эти ребята захлебнулись в блевотине, ей дать водку, она умерла бы, этим посоветовать синих таблеток, и у них был бы передоз, и чуваков поджечь, и они... Ну, то есть я 2-2, двоих спас, двоих убил. Ну что же, вечеринка закончилась сама собой, не переживай, рано или поздно все стали спать.
все заняты спать прямо там, где стояли. Давай пока прикинем, как ты справился. Я бессмысленно потратил мое время и все испортил. Никто не просил помогать этим идиотам. Все безумие вечеринки потонуло в том гребаном здравомыслии. Ага, иди домой, помни, что ты мне не нравишься. После я решу, что с тобой делать. Не нравишься. Сдать Фергюсона к черту. Сдать информацию о коллегах. Которое могу министерством, да, принять участие конкурентная среда. Уважаемые сотрудники, подавайте заявки на участие в программе «Четверо смелых». Хочешь получить повышение, вступить в карьерную гонку с тремя коллегами и заставить их сдаться. Одна сложность, один победитель. Добейся повышения, если не боишься конкуренции. Принять участие. Ясно. Мне нужно 15 тысяч, кстати. По личным вопросам, это мне нужно сейчас домой. Все, короче, тогда валим домой. Попробуем сходить в порт. Точно. У нас будет 3 часа. Ну, по идее, будет даже 5 часов. 3 часа лишних. Сходим в порт, потом позвоним и... Ой, у меня с собой ничего запрещенного нету. Нету, хорошо. Сейчас еще прихватят за задницу на выходе. То есть был бы смысл дружить с Фергюсоном, если бы мы его не сдавали, но я хочу отправить его к черту, поэтому... Где мне взять еще 3500 респекта? Это мне нужно тупо идти и работать на это все? Черт. 15 тысяч повышений, между прочим, стоит. Ну, сейчас мы, конечно, ближе к 15 тысячам, чем когда-либо, но... А что мне, кстати, будет за то, что я сдам... На повышение. Забрать записи камеры. Это мне нужно будет еще на завтра вернуться. За это тоже 10 тысяч получу, да? Ну, получается, у нас сейчас только два активных задания. Это порт и камера. Все, валим домой, идем в порт, смотрим, что там есть. Потом все равно возвращаемся, забираем... Ну, камера-то, да, она же не вай-файная все-таки. В таком государстве и вай-фай. Не смешите мои подковы. Сбор проведения патриотического концерта для жителей района и оплата телефона. Да, сборов у нас тут, конечно, прям вот, да. Да, посмотри ты уже этот чертов телевизор. Что-то давно мне новые книжки не попадались. Это печально. Их как-то было много. Да, в речной порт, поехали. Что мне еще остается делать? Вы приходите к старому речному порту. Несколько лет назад пожар уничтожил большую его часть. Сохранился один причал, кирпичные склады и какие-то постройки за железной дорогой. Где-то здесь обосновался ученый, о котором рассказал Ракович. Но как его найти? Крикнуть: профессор, мне нужен инсулин, и улететь в тюрьму сразу. Пойти в сторону складов? На первый взгляд склады кажутся заброшенными. Подойдя ближе, заметить на земле свежие следы от шин. На заборе знак «Проход запрещен». Пройти за забор. Спустя пару шагов рядом с вами появляются два вооруженных здоровяка в форме. Вы нарушили правила, и военные этого не любят. Удостоверение сотрудника министерства спасет вас от ареста, но не от штрафа. А ведь могли и пристрелить. Ясно. К барже. На берегу у баржи вы увидели чумазого мальчишку. Он с отсутствующим видом пинает камешки, явно кого-то ждет. Заметьте вас, парень начинает нервничать. Поговорить? Вы окликнули мальчика, но тот демонстративно, что ничего не слышит.
Я не хочу тратить авторитет. Смотреть баржу. Баржа похожа на ржавое корыто. Похоже, что тут особенно обосновались бездомные. У одной из кают вы находите топчанку и кучу старых вещей. Осмотрите вещи. Единственная старая стоящая находка — пучок проводов, которые местные хозяева, видимо, хотели сдать металлолом. Забрать? И то верно. Зачем выбрасывать старые провода? Вдруг пригодятся. Давай по ЖД путям пройдемся. Рельсы тянутся вглубь порта. Одна ветка ныряет в темный тоннель, другая ведет к заброшенному пакгаузу, временному складу, где когда-то загружались вагоны. К пакгаузу. Несмотря на общее запустение, старое здание выглядит прилично. Окна целы, на стенах почти не видно надписи, а дверь закрыта на мощный замок. Попытаться взломать? С увальным замком вы еще не сталкивались. Вам не удается его открыть, поэтому возвращайтесь туда, откуда начали. К туннелю. Вход в туннель закрыт тяжелыми воротами. Кто-то снял провода с пульта управления. Медь высоко ценится в пунктах приема. Подключить провода. Пройти в туннель. Защита от дурака, при которой каждый провод можно воткнуть только в определенное гнездо. Помогла вам оживить пульт. Лампочки загорелись, ворота шелохнулись и пустили вас в полумрак туннеля. Дальняя часть тоннеля была запечатана обвалом, но в боковом подсобном помещении горел свет. Там вы застали мужчину в годах с растрепанными седыми волосами. Он вас явно не ждал, но пытался не выдать страха. Старик пробормотал свое имя, попытался возмущаться. После короткого диалога стало понятно, что перед вами именно тот, кого вы искали. Химик, который проводит свои опыты вдали от Министерства университетов. Почему он прячется? Старик заявил, что пацифисты должны идти на любые жертвы ради своей идеи, поэтому он со скандалом уволился из Министерства науки, узнав, что его изобретение используют военные. Когда жена написала на него донос за лабораторные чердаки их дома, ему пришлось пуститься в бега. Так, попросить инсулин. Вы рассказываете про детей, которые больны диабетом, умирают без инсулина, и предлагаете старику назначить цену за сохранившиеся препараты. Старик, не раздумывая, соглашается отдать на доброе дело лекарства, которые хранятся на складе. По его словам, таких складов не меньше десятка. Это значит, что дети будут обеспечены лекарством хотя бы какое-то время. Вы можете сообщить Ракович, что поручение выполнено и договор заключен. Это не будет стоить Ракович ни копейки. Мне интересно... Что, блин? Когда? Штраф за нахождение в неположенном месте. Иди ты в задницу, скотина. Мне интересно, что прятал тот мальчик. Но я не могу сейчас позволить себе тратить авторитет на то, чтобы это узнать. Хотя там сто пудов была какая-то хорошая история, наверное. Блин, я вот сейчас прям в растерянности. Ладно. Пойдем сейчас снимем... с камеры наблюдения, заодно с Ракович поговорим, забрать записи. Кеннингем просит заснять вечеринку. За вечеринку-то мы засняли. Ладно. Сейчас мы получим еще, получается, получим, да, здравствуй, правильная речь. Еще 250 от Ракович. И, кстати, возможно, это линейка квестов нас к чему-то еще и приведет. Я на секунду... Товарищ Редгер вызывает товарищ Фергюсон. Не думаю, что стоит заставлять его ждать. Блин! Вызывали? Редгер, ты что творишь? Торгуешь наркотическими средствами? Что, блин? Продавать стимулятор идея Лиграна? Я уже понял, что решил заработать. И меня вести вокруг пальца против Фергюсона. Пошел, щенок! Я бы устроил этому дерьма, и допустим, радуется, что так легко отделался. Ну, типа, что он уже мертв? О, получается, что я попал к нему, не тратя час. Ахаха. Лошары в очереди. Ладно. Надо рассказать о договоренности. Я сделал все, как вы просили. Все прошло хорошо. В целом, да, только этот ученый странный какой-то. Он гений, хоть и не признан нашей наукой. Уверены в нем? В наше время ни в ком нельзя быть уверенным. Надеюсь, что инсулин у него хороший, потому что другого мне все равно нет. Если будет хорошо. Если бы вы там побывали, знали бы, что там не может быть ничего хорошего. Чего ты расстроен? У вас лица нет.
Мне нужно мыло. Сколько? Много. Несколько ящиков. В последний раз в отделе снабжения что-то перепутали. Принесла ли детям вместо мыла 3 ящика патронов. Теперь они могут застрелиться, но не могут встать с горшка, потому что в заведении эпидемия дизентерии. Ну, давай. Что-то мне требуется. Вы можете сделать запрос в отдел снабжения, чтобы они исправили свою ошибку? Запросто? Не торопись. Они принимают запрос только с терминала товарища Фергюсона. Я не могу отлучаться с рабочего места, но прикрою тебя, если что. Вот тебе номер дома негодных министерств. О! Не беспокойтесь, сделай все, что смогу. А вот это сейчас интересно. Я все равно сейчас буду ждать, чтобы... Веревки не надо, потому что мыло, да? А, отправить запрос. Я все равно туда иду. Все, давай, прикрывай. Cover me. Go. Фергюсона надо слить сегодня. Задание обновлено. Это суперски просто. Связаться с Каннингемом и получить 10 тысяч. Итак. О! У меня есть этот... Работа с терминалом Том 2. Новый навык взлом терминалов Родина. А я его могу только дома выучить, да? Номер Мне получается нужно пойти домой. Блин, я хотел сдать Фергюсона завтра. Ну, в смысле... Значит, давайте я, наверное, вот так сделаю. Мы можем пойти сейчас домой. Тут нам, в принципе-то, сейчас уже больше делать нечего, наверное. Я просто не знаю, как будут развиваться события. С одной стороны, если Фергюсона арестуют, его кабинет будет мне доступен, не будет мне доступен. Интересно, сколько часов надо на прочтение этой книжки? Просто мне сейчас вернуться домой. Где у нас там? Связаться с Каннингемом, да, видите? И Фергюсона арестуют, он уедет. Его кабинет, что с ним будет? Я там поселюсь, кто там поселится, что... Хорошо, давайте так, я все равно... Я приду домой, сохранюсь. Я и так сохранюсь. Я просто очень не хочу пропустить это задание. Ну, с помощью детям. Но оно все завязано на Фергюсоне, а Фергюсон я собираюсь сдать. А. Валим домой, учим книжку, сдаем Фергюсона. Смотрим, что из этого получится. Сохраню ли я доступ к терминалу? Чертовы счета. Приходят каждый день. Прачечный, блин. Фигачечный. Министерство культуры. Ходячие борицы. Втыкнули телек, вытыкнули из телека. Сейчас такие, бах, 6 часов надо, чтобы читать. 5. Взлом. Я как раз заикнулся про то, что книжечек что-то давно не попадалось, да? Вот тебе книжечка на 5 часов прочтения, пожалуйста. Куда я могу сходить? Никуда. Дома. Поехали. Все, спать. Спать, стоп. А звонить? Кто будет?
сохраниться надо. И попробуем. Алло. Алло. Как все прошло? Фергюсона была вечеринка? Была. Назад вечеринка все равно, что сказать, что у человека с оторванной головой небольшая мигрень. Все настолько ужасно. Джеймс, почему при слове «ужасно» из ваших уст не видится, что вы радостно потираете руки? Ну да, вы правы, это было самое разнузданное мероприятие, которое я видел. Надеюсь, это все засняли на камеру. На самом деле, если оставить запись себе и шантажировать Фергюсона, он опасный тип. Да не, к черту, есть запись, иди. Запись у меня. Молодец, значит, ты, кроме ареста этого упыря, встречу тебя у метро. Пойдешь со мной, думаю, ты заслужил присутствовать при этом. Отличная работа, Эван. Ну, просто 10 штук. 10 штук. Я не знаю, что я получил бы... Какие выгоды я получил бы при личном шантаже Фергюсона. Это и очень интересный вариант, но очень опасный. Чертовски просто опасный. Хорошо. Привет, Эван. Ну что, готов? Готов, Джеймс. Отлично, пойдем арестуем этого ублюдка. Пока, Фергюсон. Кто вы такие? Чего вам надо? Пошли вон немедленно. Пит Фергюсон, вы арестованы за растрату государственного имущества в особо крупных размерах. Что, да вы знаете, с кем разговариваете? Я министр распределения ресурсов. У нас есть личная запись того, как вы распределяете ресурсы на алкоголь, доступную женщин и прочие радости жизни. Это было во внебрачное время. Это были мои личные деньги. Это моя личная жизнь. Вы не имеете права. Не, Фергюсон. И право, и доказательства. Вы запустили руку в государственный карман. Вы опорочили кодекс чести чиновника, не говоря уже про то, что вы нарушили заветы мудрого вождя. Поэтому вы понесете справедливое наказание. Это такое, чтобы мне указывать. Одно мое слово, и вас всех тут перестреляют. Да я вас... Хватит, уведите его. Нет, вы не посмеете. Уберите руки! Как бы... Пока. У него руки не сходятся за спиной. Спасибо за помощь, Эван. Конечно, этот жук Фергюсон давно был у нас на крючке, но мы никак не могли поймать его с поличным. Скользкий тип. Был. Был? Неужели его... Я не знаю, Эван, это уже не моя забота. Что мне теперь делать? Запрашиваю повышение, когда получится голосование, позвони мне, попробую устроить тебе повышение. Начальником? Нет, Эван, начальником министерства просто так не становится. Я имею в виду этажи. Чем выше этаж, тем важнее должность и больше риск. Я уже понял, что здесь выживают хитрейшие. Верно подметил. Позвони мне, не забудь. Договорились. Оставьте мне, пожалуйста, кабинет Фергюсона. Погодите. Ребят, я загрузился. Я пойду спать, выполню задание с детьми, потом сдам Фергюсона. Сейчас попробуем это быстренько все провернуть. Катсцены вы уже видели, если что, я это записывать не буду, если там ничего нового не будет. С другой стороны, он сейчас может меня прихватить за задницу. Ну, в смысле, еще за какие-то прегрешения, но вроде... Сейчас пройдем пункт, посмотрим. Да, не, нормально, нормально. У нас есть еще день. Значит, сейчас мы попробуем провернуть все это дело с запросом. От его имени, пока он еще начальник. У меня пока что провалено только одно задание с Донгом, потому что я его недовыполнил и убил его. Так, повышение стоит 15 штук, у меня будет почти 22. Хорошо, 7 штук у меня останется в запасе, интересно, сколько будет стоить следующее повышение. Ну, вот такие глобальные суммы по 10 тысяч выплачивают прям за огромные стукачества, за какую-то вот сдачу, убийство всех коллег, сдачу шефа. Есть за что.
Да, иди нафиг. Ждать полтора часа. Все, Магда, прикрывай. Я пошел. А отмычек-то у меня нету. Необходимо к взлому сувальных замков. Кстати, то же самое у нас было. Блин, где мне этот навык-то взять? Про сувальные замки-то. Так. Майкл Броуди повешен за невыполнение плана по взяткам. Юстас Жбанек расстрелян за систематические ошибки в распространении обращений. При распределении обращений за систематические ошибки в классе. Фил Дукович Псарня за 4 одобрения запросов граждан. 4 одобрения. Пол Шашка передан в качестве подарка для мясника. Что, блин? Джордж Хемниц переведен на 7-й этаж, повешен на награждении. Провести проверку. Мэри Сью переведен на 16-й этаж, расстреляна. Грег Коллинз проведен на 9-й этаж. Несчастный случай на работе. Это официальная версия и что случилось на самом деле. Как интересно. Получено взяток на 500 тысяч, из них в общую кассу 200 тысяч. Рекомендую провести мотивирующую казнь сотрудников, чтобы больше брали. Это явно чайка, если чё. Это явно девушки, если чё. Итак, у нас проблемы. Бруно, друг мой. Калиби Редгрейви. Бруно, друг мой, ты должен мне помочь. Это я, фиг моржовый, это долбанный Редгрейв. А, этот фиг моржовый, долбанный Редгрейв. Я видел служебную записку, которую он написал обо мне. Сейчас я немного успокоился, поэтому пишу тебе. Позвони мне, позвонить не могу. Телефон разбил об стену, так как ты, козел, меня разозлил. Короче, надо с ним что-то делать. Как-то решать эту проблему. Иначе он перекроет нам кислород, и не будет больше ни музыки, ни шампанского, ни икры с ананасами. Вечеринки закончатся. Не знаю, как ты, Бруно, но я не смогу жить без ласковых, на все согласных распутных девочек, поэтому подключайся в свои связи, давай что-то накопаем на этого сраного моралиста. Магда, я требую срочно увеличить показатели сбора недокументированных доходов сотрудника моего этажа, придумай какую-нибудь награду для... Это мы читали, кстати, у Магды. Код учреждения. Чтоб тебя... номер дома 20/001. Письмо Фергюсона. Бруно, друг мой, да, я понял. Сейчас еще раз. 207/1. 207/1. Отправить баланс. Мыло? Хостовары? Плакаты с лозунгами? Запрещенные книги? Баланс 1000. Галеты, брюква, консервы, галеты, плакаты с лозунгами, проведение митинга, плакаты, запрещенные книги, дрова. О, разрешение собирать валежник. Ой, сколько здесь отсылок на кое-какое государство, особенно с разрешением на сбор валежника. Мыло, галеты, плакаты с лозунгами, премии руководителя большие. Отправить. Задание обновлено. Супер. Ну, получается, мы здесь все сделали. Как мне замки-то взламывать теперь? Вот эти большие. Веревки не надо. Поговорить с Ракович. Блин, нельзя эти вместе вещи произносить. Ракович и с... Плохо звучит.
Итак, запрос на поставку мыла. Я отправил запрос. Отлично. Вы так заботитесь о каждом из этих малышей? На основном о девочках, ведь они одна, ведь одна из них моя внучка. Почему вы не заберете оттуда? Этим в доме негодных дают новые имена. Настоящие хранятся под номерами в базе данных Министерства информации в архиве. У меня есть номер, который присвоили ей при рождении. 214782. А еще мне страшно. Я больше всего на свете хочу забрать детку домой, но мне придется изменить мою жизнь. Запомни, Эвен Редграф, я тебе все это говорю, потому что ты мне помог. Это минута слабости. Что тебе надо? Говорить обо всем? О внучке? А как она попала туда? Это история про целую череду смертей. Сначала муж умер, бросился защищать своего лаборанта, за которым пришли из министерства по порядку. Получил электрошоком под ребра, а вот сердце не выдержало. Затем на фронте погиб зять, дочь как раз ждала ребенка, мы не стали ей говорить, но она как-то узнала. Роды начались раньше срока, были осложнения, он потерял много крови, в общем, не смогли ее спасти. Еще в больнице у внучки обнаружили диабет, а по нашим законам дети с таким диагнозом сразу отправляются в дом негодных. Когда человек попадает туда, ему присваивают номер и личное дело засекречивают. Ее забрали совсем малышкой, прошло уже несколько лет, так что я даже не представляю, как она выглядит. Я знаю, где она, но не знаю, кто она. Про дочь... Ясно, понятно. А я могу что-то еще сделать? Видимо, нет. Все, тогда пойдемте сдавать. Давайте я сейчас на паузу поставлю. Неожиданно, ребят. Можно позвонить в архив и получить информацию о личных данных ребенка. Давайте я, наверное, все-таки это сейчас сделаю. Здравствуйте, я бы хотел узнать информацию о ребенке, которого забрали из семьи в больнице. Знаете, пол? Женский. Девочка. Дату рождения 6 февраля. Родилась 680-го. Номер. Номер такой-то. Данные называть данные матери. Эмилия Кларич. Тип учреждения. Дом негодных. Информации достаточно, ожидайте. Дополнительная информация по запросу. Имя Нина Ракитич. Наконец, конец информации. Нина Ракитич. Спасибо за обращение Министерства информации. А вот сейчас стало интересно. Положи трубку. Давайте я тут сохранюсь. И попробуем кое-что сделать. Я сейчас... пойду, сдам нашего шефа и посмотрим, сгорит ли при этом задание. Фергюсон только что арестовали, но я могу пойти к Магде, и задание у меня не провалилось, потому что оно, видимо, было связано с компьютером Фергюсона, предыдущая часть это. Рассказать информацию про внучку. Я знал имя вашей внучки. Сейчас ее зовут Нина Ракитич. Sugar Blood. Достижение вылетело. Это чудо какое-то. Наконец-то смогу забрать ее домой. Мне больше не придется тратить деньги на этих ущербных детей. А твой ребенок, значит... Ну ладно. Ущербных детей? Ну а кто? Они больные, убогие, калеки, инвалиды, отбросы генетического фонда. Внучка там была явно по ошибке. Хорошо, что я теперь могу ее исправить и забрать из этой клоаки. Черт! Нет, ну я знал, что она скотина. Ну блин. Кого исправить? Все исправить. Все. Что еще? До свидания. Блин, ну как бы мне вернули 500, я потратил 1000, мне вернули 500. Но я доволен, что я выполнил это все-таки задание, черт с ним. Серия у нас сегодня немножечко подзатягивается, да, так уж получилось. Сейчас я подойду ближе к телефону. И на этом мы будем заканчивать, потому что на повышение мы пойдем уже в следующей серии. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, поправ, всем молодушек и всем покеда.